почему со мной такое происходит? Я хотела прийти домой, поужинать. Эй, вы в порядке? Даже не знаю, что я вообще здесь делаю. Надо пойти домой, лечь в постель, укрыться одеялом. Мисс, что с вами? Вы так резко замолчали. Я? О, это что, кровь? Ужас какой. Вы уже известили родных? Простите? Не могу поверить, что на меня такое свалилось. Это просто... это... Ну и ночка, а, Робинсон? Да. Охренеть. Ронан, не верится. Не пойму, что он вообще здесь делал? Нарывался. Был звонок, кто-то видел, как в этот дом вошел звонарь. Ронан помчался туда, не дожидаясь подмоги. А дальше звонарь решил проверить, нет ли у Ронана крылышек за спиной. Бам-бам-бам-бам-бам-бам! Семь пуль прямо в грудь, правда... в упор. Ты все никак не уймешься, Бакстер. Ты его татухи видал, все это дерьмо тюремное. Не был он никаким копом. Да, живешь как вор, сдохнешь как вор. Он был одним из нас, кретин. Убийца ведь не вернется на место преступления. Скорее всего, новость уже разошлась по соцсетям. Убийца ведь не вернется на место преступления. Так, будь терпелив с ней. Она взволнована, понятное дело, не привыкла к подобным зрелищам. Нужно каким-то образом ее успокоить. Тогда она точно все вспомнит. Просто успокойся. С людьми надо разговаривать спокойно. Господи, Ронан, даже посмотреть туда не могу.
Не могу поверить, что прямо там лежит труп. Хорошо, что я не коп. Потрясающе! Она как работающий электровеник. Я бы так никогда не смог. И чего копы такие молчуны? Ведь гласность им только на пользу. Почему мне достаются все эти мелкие дела? Скорее бы меня перевели в Бостон. Похоже, парни делают все, что в их силах. Какое странное дело. Столько полиции, а результатов ноль. Уверен, здесь еще есть зацепки. Уже кое-что. Теперь главное не останавливаться. Здесь никто ни за что не отвечает. Как это мы должны не волноваться, если они даже своих не могут защитить?
видела. Мужчина в капюшоне. На улице. Он смотрел на окно квартиры на 4-м этаже. Убийца пришел сюда не просто так. Что он искал? В квартире наверняка остались улики. Вот она, моя дверь, и она закрыта. Шикарно. А вот это вовремя. Надо пройти следом за Стюартом. Минутку. Мне что, теперь каждый раз надо ждать, пока кто-то откроет дверь? Ну да. Они тут половину здания осветили. И попасть в них не так-то просто. Но когда ты уже внутри, все, никаких проблем. Выходить будешь также в открытые двери, в окна. Куда угодно, без проблем. И много здесь таких зданий? Здесь-то? Да других и нет. Не волнуйся, ты привыкнешь. Ага. Меня не жди. Заходи, пока можно. Сержант, вернитесь на место преступления. Вас понял. А, это ты? Не послышалось? Эй, черт, ты до инфаркта довести меня хочешь? Нет, конечно, просто... Боже, это риторический вопрос. Ну уже, чего как не родной? Оглядись, что ли, не знаю, ушпионь. Никто же не остановит. Чего ты тут торчишь? Иди развлекайся. Я уверен, что ты все видела. Это твоя особенность. Ты всегда подглядываешь. Всегда суешь нос не в свое дело. Да, видела. И теперь ночью жди кошмаров. У нас и без того кошмаров хватает. Не говори об этом. Даже не смей заикаться. Да с превеликим удовольствием. Я вообще телевизор смотрю. Пропала юная девушка. И это исчезновение одно из многих в ряду подобных. А сейчас, прямо на глазах шокированных обывателей, был убит полицейский детектив.
существует ли связь между всеми этими убийствами и похищениями? В Салеме орудует маньяк? Подробности пока неизвестны, но весь город находится во власти страха. Прямой репортаж из Салема вела Моника Чейз, ваш глашатай правды. С вами Моника Чейз, Салем. Жестокое убийство повергло местных жителей в ужас. В последнее время этот тихий город... Глазеет в окно. Зачем, спрашивается? По телевизору улицу гораздо лучше видно. А вот перестану жратву ему таскать. Может, заметит наконец тогда, что меня тут нет. Нет, только гляньте на этого жалкого типа. Даже с кресла не приподнялся. Кресло ему дороже меня. Жестокое убийство повергло местных жителей в ужас. В последнее время этот тихий городок потрясла серия зверских преступлений. На днях пропала юная девушка, и это исчезновение одно из многих в ряду подобных. А сейчас, прямо на глазах шокированных обывателей, был убит. Подробности пока неизвестны, но весь город находится во власти страха. Ничего не понимаю. Только бы найти его, тогда хоть пойму, что произошло. Я уже везде смотрела. Ну за что мне все это? А что, если я его не найду? Знать бы, кто это был, тогда бы я поняла, где нужно искать. Похоже, ты потерялась. Нет, потерялось мое тело. Я знаю, что меня убили здесь, но как бы глупо это ни звучало, мне станет гораздо легче, если я найду свой труп. А вы, кажется, детектив? Можете помочь? Да, детектив. Подозреваешь кого? Это поможет найти тело. Я знаю, что это были старики. Такая пожилая пара, живущая в этом доме. Остальное как в тумане. Я же тогда принимала наркотики. Да, тебе и правда может потребоваться моя помощь. Я попробую прощупать местных стариков. Дорогой, они могут услышать тебя и через потолок. Ну и хорошо. Каждый раз, как навещаем Дженнифер, видим этих обормотов. Та женщина на втором этаже. Да она меняет парней еще чаще, чем кофточки. А шум какой постоянно стоит. Я прекрасно знаю, ты этого не любишь. А знаешь, что еще? Те ребята на третьем. Они там как будто мертвых воскрешают. Кстати, о мертвых. Я слышал на улице стрельбу. Боже, когда она уже отсюда съедет? Ты меня слушаешь? Ты должна меня слушать. Да, прости, милый. Воскрешают, стреляют, да. Гасу нужны друзья, всегда готовые слушать его болтовню. Надеюсь, он не станет задавать вопросы, иначе поймет, что я его не слушаю. Моей внучке нужен дворик. Где ей играть, на улице? Скорее бы Дженнифер съехала из этой помойки.
деталями орудует маньяк? Подробности пока неизвестны. Но весь город находится во власти страха. Прямой репортаж из Салема вела Моника Чейз, ваш глашатай правды. С вами Моника Чейз. Жестокое убийство повергло местных жителей в ужас. В последнее время этот тихий городок потрясла сеть зверских преступлений. На днях пропала юная девушка, и это исчезновение одно из многих вредоподобных. А сейчас, прямо на глазах шокированных обывателей, был убит полицейский детектив. Существует ли связь между... Подробности. Неизвестны, но весь город находится во власти. Пропала юная девушка, и это исчезновение одно из многих вреду подобных. А сейчас, прямо на глазах шокированных обывателей, полицейский детектив. Существует ли связь между всеми этими убийствами и похищениями? В Салеме орудует маньяк? Под... пока неизвестны, но весь город находится во власти. Прямой репортаж. Ваш глашатай. Наконец-то тишина и спокойствие. Эти ее вечеринки. Как тут заснешь? Когда так грохочет музыка. Кажется, она была наркоманкой. Уолтер так устал, что едва не заснул по дороге, хотя до каменоломни Смитвика всего 5 миль. Удивительно, как ему удалось раздобыть болторез посреди ночи. Но, по крайней мере, музыка теперь не орет. И мы можем поспать. Прямой репортаж из Салема вела Моника Чейз. Грейс ударила, и девочка рухнула, как подкошенная. До сих пор не верю, что она мертва. Все случилось так быстро. Грейс натурально просто взбесилась. Наверное, из-за бессонницы. Слава богу, все кончилось. Наконец-то я спокойно посмотрю телевизор. Был убит полицейский детектив. Видать, Грейс достали девчонки на вечеринке. Она ее убила и заставила мужа спрятать труп в каменоломне Смитвика. А. Надо вернуться и все рассказать. Значит так. Ты не можешь найти тело, потому что в доме его нет. Оно в каменоломне Смитвика, в 5 милях от города. О, а за что меня так? Твои вечеринки не давали им спать. В конце концов, они рехнулись от усталости.
Мне казалось, что они просто по-стариковски ворчат. Не знала, что они пойдут на такое. Спасибо за помощь. У меня словно гора с плеч упала. Да без проблем. Знаете, я копов всегда терпеть не могла. Цеплялись ко мне, поучали всю дорогу. Мы жизнь понимали по-разному. А тут вдруг вы помогли. Может, если б я тогда их послушала, все сложилось бы по-другому. Но вам спасибо. Эй, как это получилось? Это я сам? Вернись! Эти записи не для тебя. Супер. Похоже на какую-то головоломку. Так, надо подняться на четвертый, пока полиция улики не выгребла. Хоть бы раз поговорить со взрослым человеком, который не станет тебя перебивать. Может, она ест слишком много сахара? От него же дети не спят, так ведь? На днях пропала юная девушка, и это исчезновение одно из многих предуподобных. А сейчас прямо... Эй, нравится детей пугать? Эта девочка меня разорила. Я-то думал, работа несложная, халява. Ты о чем? Она просто ребенок. Это абсолютно не важно. Ее папочка слишком многим задолжал. Она была обеспечением долга. И тут на сцену вышел ты? Обыкновенное похищение. Когда бы все утряслось, я бы ее отпустил. А все оказалось не так просто, да? Возможно. Но теперь она мне должна, и я не уйду, пока не получу свое. Забудь об этом. Ждать слишком долго. Не волнуйся. Я подожду. Друг мой, кроме времени у меня ничего нет. Друг мой, кроме времени у меня ничего нет. На днях
Пропала юная девушка, и это исчезновение одно из многих в ряду подобных. А сейчас... Судьба настигнет и правых, и виноватых. Мальчики, делайте ставки и надейтесь на удачу. Дело не в удаче, Эйверин. Это точно, приятель. Вспомни эти слова, когда в итоге останешься у разбитого корыта. Ну, какой-то элемент случайности всегда есть. Обучишь своим приемчиком. Тогда я не смогу отбирать у тебя деньги на завтраки. Ладно, джентльмены, подтяните трусы и делайте ставки, Нед. Спокойно, малыш. В следующий раз ты ее сделаешь. Пара хороших карт бы не помешала. Я хотел бы ей поддаться, но она все равно сама выиграет. Непонятно, я ей нравлюсь или она просто вежливая? Бедняги. А ведь раньше я думала, что в покере все зависит от случая. О боже, эти парни полные лохи. Работу. Ждешь, когда твои двойки станут королями? Ха, неплохо, Эйверин. Я думаю, думаю! Друг мой, кроме времени у меня ничего нет. Thank you.
ты! Ты прославился! Ты в телеке! Да мне параллельно. Ты должен это посмотреть! Это чупа! Самый худший в жизни день рождения. Ты о чем? Пиво есть, телек тоже. Чего еще? Не знаю. Может, веселье? Ну, можно съездить в Бостон. В Бостон? Ну, да. Это неплохая мысль. А что? Вполне себе. А как мы все это, по-твоему, провернем? Мы что, поедем на твоей машине? Вот в этом и дело. Нужно везти машину, там, парковаться, за бензин платить. Много мороки. Даже чересчур. Да и цены на бензин, опять же. Они здорово взлетели. А тут мы не тратимся. Да, ты прав. Ну ладно, все равно от дня рождения осталось несколько часов. И опять наступят будни. А я бы с удовольствием просто кино посмотрел. Это же моя вечеринка. Почему я должен сам все делать? Зачем нужны вечеринки, если их нужно планировать? Это уже какая-то работа. И почему только дома не бывает никаких приключений? Как раз это мы сейчас выясняем. Парня выкинули из окна. Идет следствие. Выкинули из окна? А кто? Да, кто? Так, сказано же, идет следствие. А в доме не опасно? Да, а не опасно? Преступника там нет. Точно нет. Преступника пока не поймали. Но они абсолютно уверены, что здесь его нет. Так, Морган. Люди волнуются, нет ли тут убийцы. Это нормально. Мэм, полиция Салема во всем разберется. Не волнуйтесь. Но подозреваемый не арестован. Откуда вы знаете, что его здесь нет? Да, откуда знаешь? На самом деле, они ни в чем не уверены. Можно я пару дней поживу у тебя? Я знаю, вы все очень встревожены. Но прошу, расходитесь, не мешайте работе.